свою последнюю жертву. До тех пор город могут пройти только рыцари, пылающие розы. Всем привет, гасилки, с вами Тубикалк. Сейчас вы видели замечательный диалог между жителями. Вот посмотрите, что они здесь делают. Они здесь толпились, понимаете? А знаете из-за чего? Это из-за дождя. Это все продумано. Офигеть, боже. Так, тут Эльвин. Придет час белого хлада и белого света. Час безумия и час презрения. Так, ребята, я уже забыл управление, я забыл, что я тут делаю, но, в общем-то, приступим играть. Вроде бы вы по заданию делали преподобную. Так, я сейчас найду, как брать задание. Так, вот, задание это, по-моему, нет? Да, задание. Так, забытые воспоминания. Я должен пойти к Миколе, он у ворот мельника. Ну, чтобы взять для забытые воспоминания, мне нужен как раз-таки... И пропуск вроде какой-то, я не помню точно. А это пропуск у преподобного. Говори быстро! Так, я вижу то, что ты приютил Эльвина, ты капеллан вечного огня, я хочу войти в город, но мне понадобится пропуск. Знаешь что-нибудь про такой подобный? Я хочу войти в город, но мне понадобится пропуск. Знаешь что-нибудь про такой преподобный? Такие пропуска только у рыцарей ордена. Но как капеллан Вечного Огня, я получил один такой на хранение. Могу я его получить? Ты? Чужак? Бродяга? Ты с ума сошел? Да камон, ну... Ребят, как говори видите, это... Говори быстро! А, я вижу, ты приютил Альвина. Я вижу, ты приютил Альвина. Клянусь Вечным Огнем! Это был мой долг! Неужели я мог допустить, чтобы мальчика растлила ведьма? Я полагаю, нет. Когда дни мои будут окончены, людям будет нужен новый духовный наставник. А ты станешь ему добрым учителем. Хотя бы раз в твоей жизни, но ты прав. Неужели это может помочь мне, чтобы забрать у тебя как раз-таки ключ карты, пусть вот так и скажу. Ты жрец Вечного Огня? Да, о язычник! Лишь Вечный Огонь может спасти нас от белого хлада. Ты и подобные тебе погибнут в грядущей пурге. Да что ты, погибнут в пурге, а? Так гласит пророчество Итлины, эльфийской ведьмы. Но Вечный Огонь сохранит нас. Даже так? Старый мир погибнет, но лишь чтобы вновь возродиться из зерна, кое не прорастет, но возгорится пламенем. Кажется, ты сам себе противоречишь. Ты издеваешься надо мной, ведьмак? Тогда ответь мне, кто дал тебе право вмешиваться в дела людей? Тебе, мутанту, лишенному живого человеческого чувства? Отвечай, кто? Я прошу прощения, преподобный. Ты прав. Тот, кто творит богохульство, не может иметь прощения. В смысле? Еще одна вещь. Говори быстро! Какая вещь? Я мне нужен твой ключ карта. Мне понадобится пропуск. Знаешь что-нибудь про такой, преподобный? Такие пропуска только у рыцарей ордена. Да я вас Могу понял. Я его получить? Ты? Да, я тебе сейчас хату разнесу. А, конечно. Разнесу. Размечтался. Ох, боже. Я не знаю, что сейчас делать, так как преподобный мне не дает карту, а мне вроде для Микули нужен карта. Так, вон, дневник заходим, видите? Не Микуля, а... Да, Микуля. После атаки Саламандр Микуля решил перебратать на посту у ворот. А, Микул решил прибраться на посту у ворот мельника.
Я должен пойти к нему, рассказать обо всем, что я видел в склепе. Мельник, мельник, а где мельник-то? Так, карту, где? Откройте, пожалуйста. Вот, карта. Давайте поищем мельницу. Место силы тут, место силы. Так, как раз таки тут что у нас? Пещера под... Офигеть. Ворота мельника. Мне куда-то сюда нужно. Я отметил это, поэтому погнали. Не знаю. Я... Что произойдет? Если вообще меня пустят туда, он вроде сказал, типа, приходи с карты, чтобы дойти до туда. Ага, а тут не пройти, да? Нет, вижу. Тут можно пройти. В общем-то, как я и говорил, я уже позабыл управление, все тут как драться, все да как. Вот для новой территории мельница, так, как раз нам сюда и нужно. А в прошлой серии я что-то тупил, видимо, не мог найти где-то, вот, как раз таки Микуа. Мельницу не мог найти. Ага. Так, я избавился от угли в склепе. У вас тут проблему. Я нашел эти необычные кости, похожие на работу краснолюдов. Так. Я избавился от гулей в склепе. Вот спасибо тебе огромное, господин. Это вот месячное жалование. Эх, вот ребята обрадуются. Они хотели сокровища искать в склепе, попробовать одну из стен. Я нашел внутри свежий труп. Молодая женщина. Гули собрались к ее трупу. Ильза? Нет! Не может быть! Я ее любил так сильно! Имени ее я не знаю. Видимо, она отравилась. Нет! Эта злая карга отравила мою Ильзу! Чертова сука! Отравила Ильзу! Нет! Я сожалею о твоей утрате. Но я должен узнать все о саламандрах. У них пропуска есть, да? Оставь меня. У тебя дурной глаз. Ты приносишь черные вести. Сгинь. Не забудь сказать преподобному, что я помог тебе избавиться от этих гулей. Прощай. Новая запись в дневнике вместо склепа. О, получается 250 орден. Задание выполнено. Так, shift и дневник. Как раз таки осталось хвост саламандр, игральные кости, есть всякие такие задания, которые я их не выполняю. По новым заданиям есть Микуа, прочитайте вы сами, вот, поставьте на паузу. Есть таинственный маг, это хрен знает кто ты такой, тоже можете почитать. В общем-то задания, рецептов больше нету, ингредиентов тоже вроде новых нету, да, голос нету. Ага, тут есть вот такие вот фигни, это тоже можете почитать. И костры как раз таки. Так, еще вот это есть. Это про медальон Ведьмака. Мы читали вроде по большей серии, не помню точно. Темные места. Так, у нас нету факела было, вроде не было. Я не знаю как. Или... Да. В общем-то. Че у нас тут? Да как? Тут можно еще какой-нибудь предмет надеть. Ага. Ключ Микуы. Ключ от склепа. Так, это ключ был от склепа. По заданиям сейчас надо вернуться к этому, наверное, преподобному, и все, в принципе, наверное, ой, прошу прощения, я опять нажимаю эту всякую фигню. Так, а вот по воде ты можешь сходить? Бульк. А, нет, блин, обидно, я думал, он по воде сможет сходить, ну ладно, придется бежать, бежать он не умеет. Я не знаю, просто, знаете, по привычке жгу либо КТРЛ, как в Майнкрафте, просто играл в Майнкрафт недавно. И скоро, может быть, по Майнкрафту будет серия выйдет какая-нибудь, новый сезончик, но это не точно. И, ребят, может быть, тоже это не точно, но появится новая игра, это замечательная игра, не знаю, она такая, я ее не изучал, толком не смотрел обзоры, не всякое, не смотрел, в общем-то. А вот преподобный на нас как раз таки. Говори быстро! Ну вот как раз таки это чудище последовало Ода. Хрена больше нет. Для Микуи я очистил склеп от гулей. Чудищ преследовавших Ода и Харена больше нет. Для Микулы я очистил склеп от гулей. Должен признать, я впечатлен. Может быть, тебе удастся одолеть и саламандр. Чтобы одолеть их, мне нужно сначала узнать, где они прячутся. Я не скажу тебе ничего, пока ты не справишься со зверем, ведьмак. Таково мое условие.
Я сделал все, о чем ты просил. Где находится логово Саламандр? Ты прибыл вовремя. Иди в трактир. Там обустроились несколько бандитов из Саламандр. Они прячутся в старом доме трактирщика. У Олафа будет ключ. И ведьмак. Да? Ничего. Да осветит твою душу вечный огонь. Лучше пусть все сидят по домам. Я не хочу, чтобы пострадали случайные прохожие. Стоп. Я не помню, донес ли я женщину, которую до этого дома вводит. Нет, я вроде ее не донес, ее убили как раз таки гули. По-моему, это она и валялась там, наверное. Хвост Саламандра как раз таки. Я должен пойти к... Так, это можно указать как-то. Показать на карте. Все, мы идем туда. Сейчас это будет быстренькая перемотка, точнее, по щелчку. Если что, какая-нибудь интересная штучка будет, я вам покажу. Поэтому щелчок. Как видите, все люди просто сбегаются либо в этот трактир, либо куда. Как видите, вот просто они берут и заходят. Я тоже хочу зайти. Эх, тут много народа, тут... Опа. Нет, оставь меня в покое. У, голубка наша, проворкуй нам другую песенку. Убери от меня руки, болван. Да, она храбрая, это здорово. А давай сделаем то же, что и с Микулой. Помнишь его девочку, Ильзу? Отличная была, наверещала-то как, а? А это кто? Ты тоже новенький? Он тебе, небось, тоже сказал ждать здесь. Ну давай развлечемся с этой цыпочкой, пока начальник за нами не прислал кого. Так уж вышло, что эта дама под моей защитой. Поэтому никто из вас не тронет ее. Вот значит как. Мы решили повеселиться, и никто нас не остановит. Даже так. Ой! Собаку! Тихо вы! Че сразу-то нападает? Так. Я не знаю, ребят, как драться, я... Отставьте меня. Так, вроде можно вот так вот. Так. Нет, ее убьют. Вот так вот нажимаем и вот так вот бьем. Вроде... Ай, блин, я отменил атаку. Ну-ка. Нихера ты мой... Ах ты ублюдок. А как использовать магию? Я не помню. А это переключать между этим? Нет, это слишком маленький урон наносит ему. О, нашел. На, это для сложных атак. Ну, имеется в виду для тяжелого атлета, так скажем. Для бронированных людей, как мой сказал бы друг, броневиков или как-то так он, не помню, сказал. Так, и... умри. А, по тебе не попадаем, да? Как ты хочешь сказать? А если вот так вот? И вот. Блин, ну вот в чем прикол. Неудобное управление, то есть я не могу атаковать вот пока вот этот мячок такой. И как-то оно атакуется криво. Это все-таки первый ведьмак. Геральт, ты появился как раз вовремя. Ты в порядке? Теперь да. Они застали меня врасплох, и я не успела убежать, как остальные. Они убили трактирщика. Больше они уже никому не повредят. У тебя быстрый меч. Я отправляюсь в Изиму, надеюсь, мы встретимся там снова. Давай я тебя провожу. Эти дороги опасны. Не беспокойся обо мне, когда саламандры бегают на воле. Я подожду тебя здесь. И когда ты надерешь им задницы, добавь еще разок покрепче за меня. Конечно. Я вернусь за тобой, Шани. Я буду здесь. Корчмарь. Надо проверить, что в карманах. Прикольно. Проверить, что в карманах, да, говорите? Ключ от убежища, ключ от убежища, саламандр, дважды ключ, мышка, чтобы та-та-та-та-та. Задание обновлено. Хвост саламандр. Так что мне, видимо, надо выйти отсюда, а трактирщик-то умер, да? А где вообще трактирщик? А, она нас хилит. Топово.
ничего не скажу. Ага. Но от трактирщика я до сих пор не вижу. Я только вижу одни кости, которые сгниили за пару секунд. Вау. Тяжелые. Можем, в принципе... Видите, а если вы не можете взять предмет, то взять нет свободного места. Ага. Даже так. А как это открыть-то? Инвентарь. Черт, я забыл. Позабыл все, абсолютно все позабыл. Так, тут какая-то дверь, она реактивная. Ага, если... Нихера не могу. Давайте поговорим с Шайни. Я подожду тебя здесь, иди. А, ну понятно. Она будет меня ждать здесь, я пошел. В общем-то. Я даже, ребята, не помню, как сохраняться в этой игре. Ага, дождь прошел, а людей до сих пор нет, видимо, утро. Ну так, я предполагаю. Предполагаю, да. Нам надо идти вперед или... Так вообще, куда нам надо действительно? Буква М. Убежище Саламандры это... Ага. А как инвентарь посмотреть, погодите? А, нет, нет. А вот я нашел, как посмотреть инвентарь. У нас... Зависит от выбора стиля. Тоже зависит от выбора стиля. Такси, маленький клиночек, я хрен знает, как ими управлять этими. И как даже активировать руны. Ребят, пока пауза. Ну, в общем-то, я понял, как юзать вот эти вот наши крики, так скажем, как у Девакина. Я не знаю, как это называется. Руны, во. Их розы. Юзать. Это получается 1, 2, 3 и так далее. Короче, у нас сколько будет. Нашел, как это... Чё ты тут такой? Приветствую вас, ведьмак. Я местный лов. Приветствую вас. Удивлены, что я вас знаю? Нет? Ну и ладно. Чего вы хотите? Я ищу работу для ведьмака. А. Я сам... Вроде... Я... Вы... Можешь рассказать... Да, блин, случайно. Прощай. Прощай. Я случайно нажал... У него я... Ну, у нас с ним диалог уже был, не знаю. Не помню, показывал я ли вам. Ну, в общем-то, да. А показывать второй раз, как бы, со мной такой инфо. Нам куда-то сюда, да? Да, вот, вижу как раз-таки. Здравствуйте. Так, надо... А, слуга Саламандр. Эй, друг. А дань кто будет платить? Какую дань? Это Путин. Грег, слыхал? Он говорит, какую дань? Да детей же, идиотина. Дайте мне пройти. Ну уж нет. Плати дань, тогда пройдешь. В таком случае поговорим иначе. Ой! Ведьмак! Я вроде бы приловчился, хрен его знает. А ты чё? Сейчас я попробую поменять меч. Вот, да, я поменял. Ой. А ты уже мертвый. А я только поменял. А. Я могу менять, но... Погодите. Вот, вот. Ну. Ну. А, типа, боя больше нет, ну ладно. Так, с денежку, конечно, заберем. Без денежки мы никуда. Так, тарелочка. Тарелочку не заберем. К сожалению. Или к счастью, или глазает. Так. Заходим. Сейчас будем бить лица. Или нам сейчас забьют лицо. Убирать это оружие. Надо убрать срочно это оружие сейчас. Да дунь. Я не знаю, ребята, я сейчас сдохну, по-моему. Стоп, пауза. Я не знаю, что я творю, ребят. Так, у нас есть где-то ласточка на зелье вроде. Ага. Бахни. Все. Я понял, но... Понятно. Ребята, так как я не знаю, как сохраняться, мне пришлось бежать заново, поэтому по щелчку я добегу до туда. Эй,
друг. А дань кто будет платить? Какую? Я уже дошел, как видите. Грег, слыхал? Давайте это пропустим. Ты труп. Надо... Я вас понял. А ты хер ли мне спину тыкаешь? Я тебе сейчас покажу, как спину тыкать-то. Надо другой стиль взять. А, да, у нас еще был новый уровень вроде. Но это прокачаемся потом. Потом. Так, я могу вас обутать. Thank you very much, да. Так, стоять, обутали. Давайте выпьем сразу ласточки на зелье. Хедрико знает, как открывать правый инвентарь. Вроде на Z или... Нет, на Z. Другая кнопочка. Так, ласточки на зелье. Белочайка, так. Легкий младший глюкцерген. Ну, выпьем это, чтобы хилить наши хп. Ага, погнали. Ага, нас тут. Вот сейчас драться будет. Этих я убил. Сейчас с вами надо драться. А, я понял, понял. И тебя, все. Мне просто в первый раз это было неожиданно, очень даже неожиданно. А чё, это все что ли? Ну, я убил. И чё дальше? Все. По-моему. Ха, странно. Так, черника. Так что, ребят, пауза немножко. Ребята, нам придется закончить, простите, но на этом. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока-пока.